Здесь путь разветвляется. Любая из этих пещер может тянуться на много верст. Может быть, нам стоит разделиться? Хорошо, но будь осторожен, юный друг. Кто знает, какие древние твари скрываются в чреве земли? Спасибо, Карн. Удачи тебе. Удачи ему и удачи нам с вами. Привет, ребята, вы на канале Роли Гейм Онлайн. Мы продолжаем играть в Warcraft 3 Reforged. Теперь мы преследуем Джайну в подземелье, в пещере. Если вы еще не подписались на канал, сделайте это прямо сейчас. Не забудьте за это, поставьте лайк, оставьте свой комментарий, заходите на Patreon. Ну а мы продолжаем наше путешествие. Так, значит, у нас есть шаман, ага, отлично. У нас есть шаман, у которого исследована исцеляющий дух. Это уже хорошо. Начал своего же лупашить. Бей чужих, точнее своих, чтобы чужие боялись, да? Блин, забвение. Старый герой способен забыть все способности. Нафига? Мне и так нормально. Древние мертвецы. Хорошо. Сила и честь. Духи неспокойны. Дабу. Никто не уйдет. Сила и честь. Падший. Еретик. Падший жрец. Падший жрец. Пора за дело. Смотрите, зараза, он умер, еще и скелетики появились после него. Никто не уйдет. Наши шаманы тем временем накастовали на всех ярость. Да, был. О, тут была призрак и какая-то хрень еще. Мощное зелье маны. Вот, свиток исцеления, это классная тема. Я вождь. Сильнемся немножко. Дабу. Так, давайте сюда. Хорошо. Что у нас тут в ящиках? Сила и честь. Фолиант ловкости, свиток оживления мертвых. Пора за дело. Недостаточно места. Дабу. Оживляет 5 трупов. Сила и честь. Блин, жалко, что у меня места у него нету вообще. Хорошо. Хорошо. Ого, всех собрал. Придется немножко подлечиться. О, пера огня. Это классная тема. Плюс триксилы, к интеллекту. Вот так возьму лучше. Так. Теперь я стреляю огнем. Хорошо. Мой час пробил. Поехали сюда. Сила и честь. Дабу. Я пропустил тут проходик. Дабу. Может, что-то интересное? Сила и честь. Да, фолиант интеллекта. А, можно было просто налево повернуть. Ну, кто знал, кто знал. Хорошо. А, все-таки нельзя было, то есть разница в высоте. Да, был. Так что, не зря я туда свернул.
Смотрите, хорошо, какой скелет красивый. Такое у него такое лицо, как будто он на паспорт фоткается. Я вождь. О, какой-то стилач. Убил мою собаку. Ну, я имею в виду наездника. Оп, уровень. Что-то как-то вроде уровень получил, а способность не получил. Сюда давайте. Ага. Дверь в королевскую сокровищницу запечатана. Сила и честь. Дабу. Кровавый ключ. Хорошо. Сейчас мы тогда ее распечатаем. Хорошо. О, пленные орки, нам туда. Сила и честь. Былые когти. Дабу. Откроем вход в королевскую сокровищницу, потом вернемся, заберем артефакт свой. Дабу. Вот так. Сила и честь. Хорошо. Свиток защиты, королевская корона, плюс 5, свиток маны, свиток исцеления. Свиток исцеления, свиток маны, королевская корона, ну так, звучит мощно. Хорошо. Так, возвращаемся обратно за своим артефактом. Плюс 5 к силе интеллекта и к ловкости героя. Плюс 2 к силе ловкости интеллекта героя. Интеллект, запас маны. Блин, все такое хорошее. Ладно, я боевые когти оставлю, они мне не нужны. Кстати, у нас... И честь. Кого-то не хватает, и это не хватает шамана. И это не хватает шамана, нас стало совсем мало. Хорошо. Как нам туда пробраться? Возможно, стоит обойти. Сюда, что ли? Дабу. На низ можно сходить. Попробуем, посмотрим. Потому что у нас что-то совсем скудненько стало. Не, ну еще плюс 2 волка, конечно, но... Мощное изделие маны, мана мне не нужна. И честь. Хорошо. Дабу. Сила и честь. Да нет, это не туда ведет, куда нам сила надо. Сила и честь. Болотное чудовище. Пути неспокойны. Бой час. Недостаточно места. Кольцо регенерации. Скорее, это регенерация здоровья. Вождь. Ладно. Пускай будет так. Хорошо. Ну хорошо, ладно. Но мы все равно хорошо. Не дошли. Давайте здесь посмотрим. Все равно я не могу попасть в ту комнату. Мне бы те охотники за головами пригодились. Сила и честь. Между нами кабанами. Ладно. Мантия интеллекта плюс 3. Сила и честь. У меня такая же. Дабу. Хорошо. Не доставайся же ты никому. Дабу. Я где-то здесь, может быть, что-то пропустил. Сила какие-то и честь. Ворота. Локригар, нет, никаких ворот здесь нету. Хорошо. Ладно, газуем дальше. Хорошо. Сила и честь. Дабу.
Хорошо. Тут я тоже был. Значит, сюда. Больше путей нет. Сила и честь. Да. Никто не уйдет. Будет сделано. Я вождь. Хозяин? Дабу. Это он рубил. Пора за дело. Хорошо. О? Иди полечись. Духи неспокойны. Тут портал. О, это же интересней. Сила. Я Асуна, принцесса детей Луны. Никто не пройдет дальше, пока я вновь не обрету свое сердце. Магия статуи создает непроходимый барьер. Она требует вернуть ей сердце. Но что она имеет в виду? Хорошо. Поэтому мы сейчас разломаем эльфийские врата и спросим у людей. Орки! К оружию! Они точно должны знать. Ну, посмотрите, так неплохо сила они тут устроились. Духи неспокойны. Пора за дело. Хорошо. Привет, пацаны. Духи неспокойны. Я вас видел еще с той стороны, но не мог к вам прийти. Иди сюда, ящерица, выходи, выходи, выходи. Никто не уйдет. Пора за дело. Что ж ты, ящерица, сдала назад? Окригар, маска Соби, ускорит генера. О! Я это, наверное, может, даже мне будет побольше, чем интеллект. То возьмем на регенерацию. Вот так. Пора за дело. Немножко подлечимся. А, не успели. Сила и честь. Так, что у вас тут в ящиках? Хорошо. У нас свиток маны. Дабу. Сейчас мы так и сделаем. Оп. Кому там надо манишки. И честь. Хорошо. Свиток исцеления. И мощное зелье. Хорошо. Сила и честь. Сейчас еще подлечимся немного. Дабу. Хорошо. Странно. Не припомню, чтобы в этой местности встречались овцы. Как для орка, он весьма умен. Это ловушка! Защищайтесь! Будет сделано. Самолот Рока! Дабу. Лучше отдайте сердце по-хорошему. Хорошо. Блин, они замедлены все. Хорошо. Боюсь, как бы я не зашел и за мной двери не захлопнулись, и трол там один останется. Сила. Тут что-то должно быть. Сила и честь. Еще пару бойцов. Да. Орк такой прорывается за своим вождем в бой. Твой час пробил. Астинго. Привет, привет. Я вождь. Локригар Ногал. Хорошо. Не зря пошел налево. Хорошо. Да. Гарпии едва не убили это несчастное создание. Похоже, они охотятся за его сокровищем.
Давайте перебьем их всех и заберем его себе. Самого Фрока! Мордорож! А, он же ж не уязвим. Так он так неплохо сносит. Пора за дело. Это существо охраняло волшебный амулет. Возьму-ка я его себе. Угу. Дабу. Интересно. Чем могу служить? А ну-ка, сходи, ладно. Куда ты полетишь. Туда, куда надо. Я понял. Неспокойный. Недостаточно места. Хорошо. Локригар Ногал. Дабу. Сила и честь. Чего? Я вождь. Хорошо. Вот твое сердце, Асуна. Пропусти нас к оракулу. Подожди, еще пока не пропускай. Дабу. Похоже, это призрачный мост. Но где магический самоцвет, питающий его энергией? Может быть, Керн найдет его? Может быть. Ноют старый гость, надвигается буря. Ишь, ну пора. Сматываемся отсюда! Нет, не сюда! Угу, понятно. Несомненно. С радостью. Трал, давай доскакивай уже. Забирай обратно свой артефакт. Сила и честь. Ноют старые кости. Как же мне надоело бродить по этим пещерам. Пора за дело. С нами, мать-земля. А Таурены такие сильные. В атаку! С радостью. Ишь, ну пора. Зверя маны, ситок зверя. Шатрал забрал. Кто? А, кобальты. Духи неспокойны. С нами, мать-земля. Несомненно. Надвигается буря. Не ожушамен. Очень голодный ящер. Смелее, юное создание. Ну что? Его надо чем-то покормить. Надвигается буря. Интересно. Ишь, ну пора. В заданиях что-то есть? Найдите камень, оракул. С радостью. Ишь, ну пора. В яме полно свинобразов. Похоже, они охраняют какой-то самоцвет. Цель неуязвима. Ишь, ну пора. Теперь ловушка должна сработать. Ишь, ну, ужасная смерть. Согласен. Ишь, ну, пора. Не ожушамен. Несомненно. За честь и славу. Ага. Я ворота открыл. Пора за дело. Смелее. Я понял вас. Создание. Кстати, можно раздамать? Каменные завалы. Да, можно.
С радостью. Прикольненько. Где враги? Ноют старые кости. Старого деда начали бить. С нами, мать-земля. Ишну пора. С радостью. Я вождь. Я слышал зов. Ну там фонтан есть. На нижней грани самоцвета что-то написано. Ага, это камень духов из пещер каменного когтя. Если легенды не лгут, с его помощью можно восстановить мост, ведущий к оракулу. Верно, так это ж хорошо. Несомненно. Это же чудесно. Не ожушь, амен. Вишна лопара. Сразу врыв на него. С радостью. Вот, хлобучим большого. Так они вообще звери. Ишну пора. Так, ну хорошо, это я все нашел. А как мне теперь попасть к Тралу? Вот в чем дело. С радостью. А ну как ты пойдешь? А. Через. Я понял. За честь и славу. Не ожужь на мя. Нравится, мне чертовски нравятся таурены, когда вот у них срабатывает массовый этот урон и по области. Пора. Чего? Пояс силы великана. Несомненно. Конечно, возьмем. Ишну пора. Не ожужь, амен. Не ожужь, амен. Статуя. Только хотел сказать, что там мне не верится. Защищайтесь! Они, наверное, к магии невосприимчивы. Ну да. Я вождь. Не могу к вам пробиться, ребята. Смелее, юное создание. Мой исцеляющий идол и нормальная тема. Кости. Несомненно. Умри достойно. Не ожужь, амен. Призрачный ключ. Ишну пора. Надо сначала открыть. С радостью. Что нужно? С нами, мать-земля. Не ожужь, амен. Так, исцеляющие идолы. Несомненно. Духи неспокойны. Два любящих сердца воссоединилось. Трал и его друг. Надвигается буря. Кригар Ногал, пора за дело. Смелее, юное создание. Где враги? С нами, мать-земля. Чем могу отсюда служить? Хозяин? Ну что? Ноют старые кости. Духи неспокойны. Все, пошлите. Дабу. Вместе, банда. Сила и честь. Хорошо. Дабу. Призрачный мост. Все как в легендах. Путь к оракулу открыт, юный вождь. Бомба. Бомба, ракета, петарда. Сила и честь. Орки! Я так и знала, что кто-то следует за нами по пятам. Оружие! Прекратите! Здесь нет места насилию. Этот голос. Ты не оракул. Ты пророк.
Ты очень наблюдателен, сын Дуратана. Да, я пророк. И теперь, когда я собрал вас здесь, я расскажу, что готовит судьба. Что здесь происходит? Трал, это Джайна Праудмур. Она ведет уцелевших лордеронцев. Уцелевших? Что ты хочешь этим сказать? Наступление Пылающего Легиона уже началось. Лордерон пал. И теперь демоны готовят вторжение в Калимдор. Только вместе, объединившись против сил тьмы, вы сможете спасти этот мир от огненной погибели. Объединиться с ними? Ты в своем уме? Ты меня слушаешь? Легион собирается уничтожить все живое. Трал, твой друг Адский Крик уже покорился воле демонов. Погибель грозит всем, и тебе, и ему, и всему вашему народу. Нет, я не допущу этого. Тогда ты должен как можно скорее спасти Адского Крика. Он ключ к вашей судьбе. Но тебе понадобится помощь. Постой, это же безумие. Неужели ты думаешь, что я... Судьба не ждет, юная чародейка. Пришло время сделать выбор. Ради всего живого Альянс должен объединиться с Ордой. Вот это поворот, ребятки. В общем, теперь мы будем вместе с Альянсом пытаться нахлобучить Пылающий Легион. Но это уже будет в другой серии. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока и до скорых встреч.